выйти вперед, давайте прям вечером будем начинать. Аллилуйя. Давайте сегодня поклонимся нашему Царю. Просто побудем Его присутствием, превознесем Его. Отец, мы благодарим Тебя, любимый Господь. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя. Мы хотим видеть Твое лицо, мы хотим чувствовать Твое присутствие, мы хотим быть в Твоей славе. Господь, мы благословляем нашу команду на Encounter, Отец. Мы прямо сейчас молимся о них, Отец. И мы просим, поддержи, Господь, женщин на Encounter, Отец. Мы благословляем, мы, Господь, становимся в проломе за них во имя Твое. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Просто задержись на несколько секунд в Его присутствии, чтобы прочувствовать движение Духа Святого, чтобы прочувствовать ритм неба, чтобы прочувствовать Его настроение. И тогда ты просто прыгаешь в эту атмосферу и течешь в Его славе. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. О, аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя. Кера бара баба река буру сура мана наши на река буру сей. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes. Аллилуйя. Господь, мы жаждем. Мы жаждем быть с Тобой. Мы хотим приблизиться к Тебе, Бог. Ближе, ближе, ближе. Мы хотим, Господь, переживать Твою славу. Мы хотим переживать Твою силу. Мы хотим переживать Твой огонь. О, Господь! Аллилуйя! Кера бара баба река боро сора бара нашей. Yes. Господь. Господь. Аллилуйя. Thank you, Jesus. 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 Yes. Oh. Пусть Твоя слава, Господь, сегодня покроет нас. Пусть Твоя слава покроет сегодня нас, Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Поклоняйся. Поклоняйся. Поклоняйся Ему. Господь. Аллилуйя! Господь! Аллилуйя! Мы хотим видеть Бог! Открыто небо над нашим поколением, Бог! Мы хотим видеть измененные судьбы! Мы хотим видеть открытые сердца! Мы хотим видеть открытые разумы, Бог! Мы наносим поражение этому религиозному монстру, Отец! Мы не остановимся, пока не увидим наше поколение свободным. О, аллилуйя. О, аллилуйя. Ширабара баба река буру сурабара на ширарика буру сей. Аллилуйя. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Слава тебе, Иисус. Hallelujah. Кора бара баба река боро сура бара рашей. О, превозноси его. Сиво. Hallelujah! Hallelujah! Oh.
Твоего, ради жизни Твоей, ради огня Твоего, ради пробуждения Твоего, поднимай свое поколение, поднимай своих воинов, Бог! Мы хотим видеть больше славы, мы хотим видеть Твое движение, мы хотим видеть Твой огонь! Поднимай настоящие церкви, поднимай церкви в огне, и силе, и славе Святого Духа.
поднимай те, которые будут менять все вокруг. Поднимай, Господь, личности с ДНК. О, с ДНК неба. О, мы меняем атмосферу, Бог, вокруг нас. Вокруг нас, в наших городах, мы меняем атмосферу, Бог. Мы открываем небо. Мы открываем небо. Мы открываем небо, Господь. Мы жаждем больше. Мы жаждем больше. Мы жаждем больше, больше Тебя, Господь, больше Тебя, больше Тебя, Господь, мы жаждем больше, мы жаждем больше, мы не удовлетворены тем, что мы имеем, Бог. Мы хотим видеть славу Твою. Мы хотим видеть славу Твою, которая течет, течет и покрывает все вокруг, Господь. Двигайся, Господь. Мы переходим на новый уровень. Мы переходим в новую сферу. О! Отвоевываем новые позиции в духе. Наша брань против духов тьмы, наша война против нечистых сил. Бог, дай свой клич. Бог, поднимай своих детей. Бог, подними своих служителей. Бог, подними своих детей. Господь, поклоняйся Ему, поклоняйся Ему, поклоняйся Ему, наш Бог живой, наш Бог живой, превозноси Его, praise Him, praise Him, worship Him, praise. Поднимай новое, Иисус. Да, Господь.
его дом. Обновляй, Господь. Проси его дом. Новое, Отец. Мы просим тебя сеять новое, новое, Господь. То, чего мы не видели. Говори то, новое. Чего мы не слышали. То, чего мы еще не понимаем, новое. Отец, мы хотим новое, Господь. Говори новое. Излей новое присутствие, Господь. Новое мы хотим движение, больше. Отец. Новые чудеса. Мы хотим больше. Новое, Господь. Новое, Господь. Господь. Подними тех, которые хотят нового. Господь. Подними тех, которые не боятся нового, Господь. Поднимаемся. Подними тех, которые готовы перетянуть все старое и войти в новое, неизвестное, Господь. Войти за Тобой, Господь. Подними тех, Отец, другое которые поколение. Не будут задавать вопросы, которые будут идти, Отец, новое. Которые будут говорить «Да, Отец», несмотря на то, как оно новое. Смотрится, несмотря на то, как оно звучит, но люди, которые новое. Двигаются в новое, Господь, в глубину Тебя, в глубину Твоего сердца, Отец, в глубину Твоих желаний, Отец, в глубину Тебя, Господь, подними тех, Отец, подними тех, которые отложат Тебя, который отложит свои жизни, который отложит свои интересы, который отложит свои понятия и пойдет в новое, в новое, в новое, в новое, в новое, 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 больше тебя, Господь! Мы освобождаем! Мы освобождаем! Новое. Мы освобождаем! Мы жаждем новое! Мы освобождаем! Мы освобождаем! Новое. Новый голод! Новую жажду! Новый голод! Новую жажду! Новый голод! Новую новое. Жажду! Мы освобождаем! Мы освобождаем! Новое. Мы освобождаем! Новые исцеления, новые чудеса, твоя. Постановления. Мы разрушаем новое. Дух беспечия, дух имени. Поднимай своих мы отказываемся жить в старом. На битву. Отказываемся жить в старом. Света и тьмы. Отказываемся жить в старом. Новая волна. Приходит новая. Новая волна. Новая приходит волна. Абсолютно новая. Новая волна. Новая волна. Наш Бог живой. Он Бог нового, Он Бог свежего, Он Бог следующего. Двигайся, Бог! Двигайся! Своих пророков. Поднимай своих пророков последнего времени. Поднимай своих пророков, Господь. Поднимай абсолютно новое. Господь того, чего не было. О! Приходи, Господь! Разрушай все устои! Потряси свою церковь, Бог! Мы хотим видеть, чего не видели! Мы хотим жить в том, чем не жили! Мы хотим, мы хотим, но...
все новое, все новое, Бог. Мы хотим дальше, мы хотим глубже, Бог, глубже, Господь. Сердцу, Иисус. Нас ничего в этом мире не удовлетворяет, Иисус. Мы хотим быть ближе к Твоему сердцу, любимый. Весь этот мир — это полная пустота без Тебя, Иисус. Все, о чем мы мечтаем, это быть ближе к Тебе. И как можно больше привести ближе к Тебе, Иисус. Господь, это наша мечта. Это наша мечта, Бог. Познакомить тысячи с Тобой. Познакомить это поколение с Тобой. Познакомить их с Твоим сердцем, с Твоей любовью, с Твоей ненавистью, с Твоей мечтой. О, с Твоей славой, Господь. Это наша мечта, Иисус. Нам ничего не нужно. Мы хотим ближе, быть ближе, быть ближе, Господь, к Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. О. Отец, мы верим, что мы поколение, Отец, которое родилось для Твоей славы. Мы те, которые родились, чтобы увидеть Тебя лицом к лицу, Отец. Мы те, которых писали ученики. Мы те, которых писали апостолы, Господь. Мы не с тех, Господь, которых ждет земля. Мы те, о которых земля стенает, чтобы они проявили себя. Иисус, мы рождены, Господь, видеть Тебя лицом к лицу, Отец. Это не то поколение, которое будет читать книги, Господь, о Тебе. Это не то поколение, которое будет узнавать о Тебе из передач или других источников. Мы то поколение, которое будет узнавать Тебя лицом к лицу, Господь. Которые будут питаться из Твоего сердца, Господь. Не из каких-то книг, написанными другими людьми, Отец. Это время закончилось. Время закончилось для нас. Мы отказываемся питаться из других книг. Мы хотим узнавать Тебя лично, Отец. Мы хотим видеть Твое лицо, Отец. Потому что Ты обещал это в Своем Слове, Отец. Ты обещал, Господь, что те, которые жаждут, те, которые ищут Тебя всем сердцем, они увидят Твое лицо, Господь, здесь, на земле. Мы это поколение, Господь. Мы это поколение, который будет делать все возможное, чтобы увидеть Тебя лицом к лицу, чтобы узнавать Тебя, Господь, от Тебя самого, не через кого-то, но от Тебя самого, Господь. Это наша мечта, это наша мечта, знать Тебя, от Тебя самого, Господь. Иисус, мы придем туда, Господь, мы идем уже туда, Господь, мы идем туда, Господь, мы идем туда, Иисус, мы идем в это место, Ты будешь сам открывать себя нам, Отец. Спасибо, Отец. Это не какие-то особые люди. Это не какие-то суперпомазанные люди. Это простые люди, которые просто влюблены в Тебя, Отец. И я верю, что мы придем, Господь, в единство с Тобой. В такое единство, Отец, что уже ничто не сможет удерживать нас от Тебя, Отец. Мы пройдем через все преграды. Мы пройдем через все стены. Где будешь Ты, Господь? Где будет Твое лицо, Господь? Мы идем туда, мы ждем этого времени, Господь. Наш дух, он просто взволнован, Отец. Потому что это время идет. И только так будут узнаваться Твои дети. Потому что они будут видеть Тебя лицом к лицу, Господь. Так будут узнавать Твоих детей, Отец. Что они будут знать Тебя. Они будут знать Твое лицо. И знать глубину Твоего сердца. Я хочу идти туда. Я хочу идти туда, Господь, в глубину Твоего сердца, там,
сегодня еще никто не был, Господь. Узнать то, о чем еще не писали книги, о чем еще не писали в песни. Я хочу знать Твое сердце, Господь, так, как его еще никто не описывал, так, как его еще никто не узнавал, Господь. И это поколение, которое Ты поднимаешь, поколение, которое Ты поднимаешь, оно будет знать Тебя лицом к лицу, 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 лицом к лицу. Отец, это поколение, которое будет питаться только из Твоих рук, Господь, не из каких-то других источников, но из Твоих рук, Господь. Даже если это будет смотреться странно, звучать странно, Господь, эти люди, они будут полностью, Господь, послушны Тебе. Они будут полностью, Господь, углублены в Тебя, Отец. Мы, Господь, это поколение, мы говорим «да», Господь. И нам все равно, что нас не понимают. И нам все равно, что на нас косы смотрят. Мы хотим знать Тебя, Господь. Мы хотим знать Тебя, Господь. И я верю, Иисус, Ты будешь собирать нас. Ты будешь собирать своих детей, Господь, в местах, где еще не был. Ты будешь показывать вещи, которых еще никто не видел. Потому что этого поколения ждали ученики. Этого поколения ждали сами апостолы, Господь. Это то время, Господь, которое ждал Ты, Господь. Пришло время, Господь, для Твоего излияния. Для излияния, Господь. Яви, Господь, церкви, кто Ты есть. Яви церкви себя, Господь. Яви, Господь, потому что церковь не знает, кто Ты, Господь. Церковь не знает Тебя, Господь. Твои дети, они не знают Тебя, Господь. И это время, где Ты покажешь по-настоящему, кто Ты есть, Господь. Кто Ты есть, Иисус. Кто Ты есть, Господь. Для одних это будет страшное время, а для одних это будет самое счастливое время, Господь. О, спасибо Тебе. Мы говорим «да», Отец. Мы хотим знать Тебя лицом к лицу. Мы хотим быть этими детьми. Мы есть это поколение, которое будет есть только из Твоих рук, Господь. Только из Твоих рук, Господь. О, Иисус, спасибо Тебе. Откройся этому поколению, Бог. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо, Иисус. Подними, Господь, поколение Еноха, Отец, которое будет ходить с Тобой, жаждать Тебя, сражаться за Тебя, любить Тебя, жить только для Тебя, Иисус. Мы видим, мы пророчествуем, мы говорим это, Бог. Мы уже видим, как поднимаются, поднимаются эти личности, поднимаются эти дети, Бог. Поднимается радикальное христианство. Поднимается, Господь, настоящие дети. Бог, пусть придет Твой огонь. Пусть придет Твой огонь. Господь, возроди, подними, воскреси, Господь. То, что растоптано дьяволом, то, что попрано адом, Бог, просим, вдохни свою жизнь в эти мертвые кости. И то, что дьявол запланировал к смерти, оживи, Господь! Оживи, оживи и поставь на ногу эту огромную армию, эту невесту, эту церковь. Мы не согласимся на мертвых, мы не согласимся на бездействующих, мы не согласимся на глупое, недалекое, мы жаждем того Бога, которого мы уверовали, который коснулся нашей жизни. И что бы нам ни говорили, кто бы нас ни пытался успокоить, нет, 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 я жажду Бога, я жажду огня, я жажду силы, я жажду славы, я жажду того, что переживали апостолы. Я жажду того, в чем они ходили, и еще больше, Бог, дай больше. Последнее должно быть сильнее, чем первое. Бог, подними своих детей. Ходатайствуй,
внимания ни на что. Наша цель — небеса. О, наша цель — небеса. Наполнит небеса детьми Бога. Господь, 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 аллилуйя, аллилуйя. Поднимается неудовлетворенное поколение. Поднимается поколение, которому больше религия не будет лгать. Нет, если Бог живой, я хочу Его видеть, слышать, переживать, ощущать. Я хочу с Ним жить, я хочу с Ним ходить. Иначе быть не может, иначе быть не может. Мой Бог живой, мой Бог живой, мой Бог живой. Я жажду жизнь, я жажду жизнь. Мы не согласимся на мертвое, на подделанное. О, мы жаждем Его, мы жаждем Его, мы ищем Его лица. Вот в чем все сокрыто, мы ищем Его лица. Вот мы хотим больше. Мы хотим больше, Иисус. Мы не удовлетворяемся тем, что мы имеем. Нет, мы хотим быть с Тобой еще ближе, еще ближе. Мы хотим купаться в славе Твоей еще больше. Мы хотим видеть еще больше спасенных. Мы хотим видеть еще больше исцеленных, измененных, освобожденных. Господь, это наша награда. Видеть спасенные жизни — это наша награда. Это наша судьба. В этом наша жизнь. Я ничего не хочу. С того момента, как Ты вошел в мою жизнь, я ничего, кроме Тебя, не желаю. Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я хочу больше, и больше, и больше, и больше от Тебя, Иисус. Я засыпаюсь с мыслью о Тебе каждую ночь. И я просыпаюсь в моем разуме и сердце только Ты, Иисус. И я прошу, приди еще больше. Захвати мою жизнь еще сильнее. Я хочу быть полностью отдан Тебе до конца, до капли, Бог. И даже те сферы, которые еще не принадлежат Тебе, Бог, займи, займи все, Бог, займи. Я прозрачен перед Тобой. Забери, забери. Я отдаю Тебе все, любим. Я отдаю Тебе все. Мне эта жизнь не нужна без Тебя. Мне не нужно ничего без Тебя. Без Тебя все теряет смысл. Без Тебя все теряет краски. Без Тебя все теряет жизнь. Я хочу только Тебя, Иисус. Потому что Ты Господь мой. Ты даешь дыхание. Ты даешь жизнь. Ты даешь понимание. Ты мой Бог. Мое сердце принадлежит Тебе, Иисус. И я один из тех, кто твердо решил идти до самого конца. Идти до самого конца, Иисус. Я больше ничего в этой жизни не хочу. Я хочу познать Тебя, так как Ты познал меня, Иисус. Как Ты приблизился ко мне, я хочу также приблизиться к Тебе. Все закончится, но это никогда, отношения не закончатся никогда. И я уже сейчас хочу войти с Тобой
в небесные отношения, отдать Тебе все уже сейчас. Я не хочу сюрпризов, когда я уйду из этой жизни. Уже все Твое, все Твое, все мое Твое. И без Тебя мне не нужно ничего, Бог. Эта жизнь теряет все без Тебя. Только Ты, только Ты, только Ты. Поклонись Ему, скажи Ему слова любви. Ведь Он же Твой папочка, ведь Он же Твой любимый, ведь Он же самый близкий к Тебе. Все, что ты думаешь, к тебе близко, это иллюзия. Нет ничто и никого ближе к тебе, чем Бог. Даже в тот момент, когда ты далеко от Него, Он все равно ближе всего к тебе. О, Господь, подними поколение Еноха. Подними поколение, которое будет входить в Твою славу, жить в Твоей славе. Я знаю, только за этим поколением придет Иисус. В тот момент невеста настолько сольется со своим женихом, что он просто ее заберет. Он просто ее заберет. Точно так, как Енох, он ходил с Богом. Он ходил с Ним так часто, ходил с Ним так близко, что в один прекрасный момент он исчез. Его не стало. Бог забрал его. Это прообраз невесты. Это прообраз церкви. Церковь должна войти в эти такие близкие, интимные отношения, что в один прекрасный момент она исчезнет. Потому что Бог больше не сможет быть без своих детей. Но мы молимся сейчас о наших братьях и сестрах, которые погибают, Бог, там, в мире, в религии, в наркотиках, в алкоголе, в грязи, в блуде, Бог. Мы просим Тебя, вырывай, 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 Бог. Открывайся прямо там, в тюрьмах. Приходи в сновидения, касайся ночью, Бог. Касайся, Бог, через все. Поднимай это поколение, поднимай, Бог. Оживляй эти сухие кости, Господь. Поднимай, поднимай, Бог. Поднимай, Господь. Поднимай, поднимай, Господь. Жаждем больше, Бог. Врывайся, врывайся в наши судьбы. Врывайся, Бог. Врывайся, Бог. Врывайся, Бог. Врывайся в наши жизни. Наши судьбы, Господь, Господь, Господь. Только Ты, только Ты, только Ты, Господь. Только Ты, Господь. Тебя больше и больше, больше Тебя, Господь. Забудь за человека. Твоя надежда не может быть личность. Личность — это прах, человек — это пыль.
укоренись в Боге, жажди Бога, ищи Бога, кричи к Богу, беги к Богу. Тебе не нужен никто, тебе никогда не нужен никто, тебе нужен Бог, тебе нужен Бог. Удали из своей жизни все преграды, всех людей, всех пастырей, всех учителей. Убери, иди к Нему, Он самый лучший. Человек — это жалкий пример, человек — это жалкий указатель. Беги к Нему, Он ждет тебя. Беги к Нему, Он ждет тебя. Беги к Нему, Он ждет тебя. Он ждет, пока ты разочаруешься во всех и придешь к Нему. Бог позаботится о том, чтобы ты разочаровался во всем и во всех. Иди к Нему, иди к Нему, беги к Нему. Забудь за это жалкое существо под названием человек и беги к Нему. Все самое лучшее, что собрано в каких-то людях, это даже рядом не станет в том Творце, который создал этих людей. Ты хочешь любви, от человека ты ее не дождешься. Это жалкая, жалкая любовь, которой обладает человек. Беги к безусловной любви. Иди к безусловной любви. Иди не к тому, у кого есть любовь. Иди к тому, кто есть любовь. Не иди к тому, кто прощает. Иди к тому, кто есть прощение. Не иди к тому, у кого есть истина. Иди к тому, кто есть истина. Поклонись. Thank you.
Кто-то тебя предал, и ты обиделся. А что ты ожидал от человека? Если кто-то что-то сделал тебе, ранил тебя, что ты ожидаешь от человека? Почему мы разочарованы? Почему у церкви в проблемах? Потому что мы ждем от людей то, что может дать только Бог. Способен помочь тебе, он не способен даже помочь себе. Что ты ждешь от человека? Человек — это прах, пыль, туман, приходящий на малое время. Мы разбиты, потому что мы ищем в ком-то то, что можно найти только в Боге, только в Нем. И чем быстрее ты это поймешь, тем быстрее в твою жизнь вернется счастье. И ты не будешь обращать внимание на то, кто как смотрит, кто как тебя кинул. Потому что от человека мы не ожидаем ничего. Потому что мы основаны на нашем Боге, на скале спасения. Фундамент — это наша истина. Он есть истина. Господь, мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя за то, что шаг за шагом приходит разрушение. В позиции врага, планы дьявола, приходят разрушения. Больше и больше людей приходят в свободу, в счастье, приходит жизнь, пробуждение. Поднимается поколение, через которое придет реформация церкви. Придет жизнь, любовь, огонь. Поднимаются дети Бога. Дети царя. Аллилуйя. Аллилуйя. Наш Бог живой. Воздайте Ему славу, семья Бога. Аллилуйя! Спасибо Тебе, любимый, спасибо Тебе. Amen. Amen. Присядьте. Слава Тебе, Иисус. Продолжайте молиться за наш... Знаете, у нас женский энкаунтер в этот раз довольно-таки серьезно переполнен. Ох, Господи. Знаете, что я понял? Больше 7 лет. Тысячи людей прошли через энкаунтер.
Бог мой, вы знаете, этот поток не заканчивается, людей только больше становится. О, Иисус, продолжайте молиться. Вы знаете, как, знаете, что я понял? Я понял одно, как классно иногда получить от Бога что-то и уйти. Вы знаете, что самое лучшее, когда ты можешь получить и остаться для того, чтобы продолжать кому-то отдавать? Вы знаете, я понял одно, вы знаете, что Бог касается тысячи людей, но единицы принимают на себя призыв Христа. Призыв. Знаете, что я заметил? Масса людей проходит. И как только им чуть-чуть полегчало, ты их не найдешь уже нигде. Кто-то понимает, о чем я говорю? Как только чуть-чуть полегчало. Знаете, я верю, я продолжаю верить. Я всю мою жизнь верю, я никогда не остановился. Я верю, что поднимется настоящее поколение воинов. Даже если, я вам честно говорю, я буду когда-то стоять тут с палочкой, седой-седой, может быть, даже лысый. Я хочу увидеть своими глазами настоящую церковь. Может, это будут наши дети. Может, это будут их дети. Но я хочу увидеть настоящую церковь. Пусть плюют, пусть ненавидят, пусть снимают эти какую-то дрянь там про нас. Бог мой, это еще больше дает возможности людям посмотреть, кто мы. И нормальный человек, он поймет, кто есть кто. Вы знаете, но если все от тебя забрать, все забрать. Забрать деньги, забрать друзей, забрать все, мужа, детей твоих забрать, да, жену забрать, что угодно. Что будет жить в тебе после того, когда все заберут? Вы знаете, это страшный вопрос. Это страшный вопрос. И я помню этот момент, когда все умерло вокруг меня, все ушло, все растворилось. Я не хотел уже ни служения, ничего. И какая-то просто маленькая капелька внутри что-то продолжала говорить. Все сдаются, а ты возьми и не сдайся. Кто-то знает, кто-то слышал такой голосок? Ну, естественно, раз вы тут сидите все, я понимаю, кто-то слышал. Маленький голосок. Сдаются все, а ты встань. И ты вставал, и опять бился годы головой об стену. И сейчас, вы знаете, я благодарен Богу. Некоторые люди не понимают, насколько, ну, мы благодарны Богу. Каждое письмо, каждое свидетельство, их приходит из со всего мира тысячи. Я никогда не преувеличу, я знаю, о чем я говорю. Тысячи. Каждое письмо я получаю. И некоторые письма я читаю со слезами. Почему? Потому что я знаю, что если бы... Я говорю, Иисус, спасибо Тебе, что Ты не дал мне просто сдохнуть. И вот плод. Еще один человек. Если я уберу всех, которые были изменены до этого, вот это одно письмо, которое я сейчас читаю, достойно всех атак, всей грязи, всех сплетен. Потому что в этом письме написано, что я умирал, и теперь я хочу жить. Сколько людей присылают письма и говорят, Бог мой, вы знаете, что несколько человек прислали, они говорят, реально, если бы не твой диск, уже бы была давно прострелена голова. Лично у меня есть эти письма, прострелена голова. Один парень писал из Германии, он говорит, у меня лежит твой диск и пистолет в машине. Ребята нерелигиозные, банда. Говорит, все, меня должны сейчас завалить. Там какие-то свои дела были, я уже не помню. Пистолет и диск. Кто-то ему кинул в машину, сказал, на, послушай, может тебе что-то там. И он говорит, последний, я поднимаю этот диск. Он написал мне это письмо. И я говорю Богу, я даю тебе последний шанс. И он вкидывает этот диск. И в конце этого свидетельства он идет и сдается в полицию. Отдает оружие, сдается в полицию и говорит, я иду. Он рассказывает все. Бог мой, у него там преступления были очень тяжелые, я не хочу сейчас говорить, тяжелые. За такие преступления садят в тюрьму на пожизни. Вы знаете, что такое продавать людей на рынке? Знаете, да?
он пошел, сдался. И он говорит, они там не поверили. Они его отпустили. Они говорят, такого не бывает. У тебя, ну... И по сей день этот парень служит Иисусу Христу. Вы знаете, я вам серьезно говорю, церковь, если когда-нибудь, я уверен, что многие из вас это переживали, один раз вы повлияете на чью-то жизнь, вы больше никогда не сможете остановиться. Ты скажешь, у меня проблемы. Я тебе сейчас скажу, у меня проблемы тоже. Ты думаешь, я здесь стою, не имея проблем? Что? Ты думаешь, что ты смотришь на какого-то святого по стандартам людей человека? Нет. Я просто сказал Богу, несмотря ни на что, я иду до конца. А грехи? С грехами. Алло. А проблемы? С проблемами. Я к Богу прихожу и просто вот так и говорю, Бог, ты знаешь, у меня глюки. Я пытался исправить, не могу. Вот какой товар есть, такой и отдаю. Нам иногда с вами хочется так отполировать все, чтобы Богу дать лучшее. А Бог говорит, твое лучшее – это мерзость передо мной. Я хочу такой, какой ты есть. Говорит, я тебя исправлю. И не то, что исправлю, я тебя поломанного буду использовать лучше, чем того исправленного, который сам себя исправил. Алло. Я тебя с твоей маленькой проблемкой, тебя с твоими детьми, которые не служат, я тебя с твоей проблемой в семье, я тебя такого использовать буду, и ты увидишь, что я сделаю через тебя. Дорогие, время довериться нашему Богу, перестать заниматься самоосвящением и просто сказать, да ну его все, папа, бери вот что есть. Вот, ну честно, ну лучше не могу дать. Вот все самое лучшее, вот оно стоит. Не обращай внимания, не слушай никогда дьявола. Я помню то время, когда любой, я просто звал домой всех, кто-то придет домой, кому-то я домой приду, кто-то домой не ходил, где-то там в магазине встретишь кого-то, и ты ему о Боге, о Боге, о Боге. Я никогда не думал, что придет время, и тысячи, тысячи, тысячи людей будут спасены через проповеди, которые, ну, которые ты даже не ездил никуда. Нажатием кнопки на интернете. О, конечно, не подумайте, что нет войны. О, война страшная. У, нас как любят крепко, нас так и ненавидят очень резко. Но самое главное, это плод. Дерево познается по плоду, сказал Иисус. Амин. Не может, церковь, слушайте, не может дерево плохое приносить плоды добрые. Не может. Если у человека есть плод, который идет в вечность, это 100% делает Бог. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за все, что ты делаешь. Амин. Амин. У кого-то, может, есть какое-то свидетельство. Я понимаю, сегодня больше половины людей вообще на энкаунтере, я понимаю, там сейчас переполненный энкаунтер, все, кто мог, туда уехали. Все наши, все, кто видят, чувствуют и трусятся, уехали. Но может кто-то есть, кто что-то видит. Аллилуйя. Ну, знаете, что мне нравится? Мне нравится атмосфера. Вы чувствуете, как классно, да? Ты просто в такой приятной вате. Ты в приятной славе. И это самое главное. Чтобы ты приходил, и ты не чувствовал человека, ты чувствовал Бога. Если ты приходишь куда-то и чувствуешь человека, горе этой церкви. Ты должен приходить на место и чувствовать присутствие Небесного Отца. Это самое главное. Амин. Я вас хочу отпустить, потому что, вы знаете, я проповедовать могу до утра. Это так функция такая у меня. Хорошо, дорогие, благословение вам. Благословения вам, дорогие. Увидимся с вами в воскресенье. Приходите, будет классный день, будет много свидетельств, будет... Ах, я жду воскресенья. Все, благословения всем, дорогие, с Богом.